Мы все знаем, что нередки случаи уклонения от уголовной ответственности путем передачи взяток третьим лицам, формально не связанным с взяткополучателем. Или наоборот, когда само злоупотребление властью происходит в пользу лиц, формально никак не связанным с лицом, дающим взятку. На это, кстати, обращают внимание и наши иностранные коллеги. У них такие же проблемы существуют. Вы понимаете, о чем идет речь. Когда потенциально взяткополучатель говорит, мне ничего не надо, вот ему что-нибудь отнеси. А это оно, она или он, формально никакого отношения к должностному лицу не имеет. И вот здесь еще существует, на мой взгляд, прореха в законодательстве. Повторяю, не только у нас в стране. В связи с этим считаю необходимым проработать вопрос о привлечении к ответственности в случаях, когда взятка дается за совершение должностным лицом действий в пользу третьих лиц, а не взяткодателя. А также, когда взятка дается не непосредственно должностному лицу, а указанному им третьему лицу.